никому не нужный блог. Йоу-йоу-йоу, никому не нужный блог. Знаете, что сегодня произошло? У Сереги отрицательный тест, а это значит, идем поздравлять его. Но поздравлять будем не только с победой над короной, а еще и со вторым призовым местом на Берлинском фестивале саунд-дизайна. У-ху-ху. Второе место, йоу-йоу. Вон он там сидит. Вон. Йоу-йоу-йоу. Саня, пришел время. У меня было заложено все. Мозг весь вообще сплавился нахер. Ну такой, потупливаю. Да ладно, так и было, Серега, что-то. Здорово, отец. Куда мы едем? Мы едем в Метизы. В Метизы? Что за... Хочешь мне резьбу сорвать? Да. Мне страшно. Ну тут, конечно, угарная реклама. Смотрите, Серега тоже заценил гэг. Ты вообще по-японски должен был говорить, блин, постоянно забываешь об этом. Буритура. Ус! Усигуру! Буриту! Между прочим, это Кольт. А Кольт это Цубиша. Цубися. Кольт это жеребенок. Жеребенок. Ну, не ребенок, а жеребенок. Это жеребенок. У него секунды пикают не тогда, когда циферки это меняются. Не знаю, да. Сейчас. Да он вообще. Это первое место, если что. Обратите внимание. Чел просто не умеет позиционированием заниматься в кадре. То есть у него все всегда in your face, как говорится. Потому что птицы у него на голове сидят, свили гнездо у зрителя на голове. Ну и звук очень резкий. Неприятный по частоте. Вот реально... Почему это происходит вот здесь, в кадре еще, в центре? Потому что это сын продюсера, порноавтор. Эта женщина была, тогда мы не вправе ее осуждать.